В наши реабилитационные центры целый поток людей, которые страдают дезаморфином именно. И хочется сказать, что 25 мая состоялось выездное заседание ГАКа в Ставропольский край, город Ставрополь, где директор ФСКН и первые лица государства, в том числе и края, и Северного Кавказа посетили наш реабилитационный центр. И они там увидели людей, которые страдали от дезаморфина, не имеют конечностей и проходили и проходят реабилитацию у нас.